В Беларуси стартует сезон весенних ярмарок. Здесь свою продукцию предложат хозяйства, ремесленники и индивидуальные предприниматели. В ассортименте мясо, молочка, рыба, мед, саженцы и другие товары отечественного производства. Будут организованы как выездные, так и ярмарки выходного дня. В стране расширят список социально значимых товаров. Такое решение анонсировало правительство. Речь идет в первую очередь о детских вещах. Это значит, что цены на одежду и обувь будет регулировать государство. Для приемлемой стоимости на магазины и полки снизят торговую надбавку и рентабельность для производителей. БелЖД назначила 75 дополнительных поездов на майские праздники. Увеличено количество составов, курсирующих между Минском и Брестом, Витебском, Гомелем, Могилевом, Пинском и Костюковичами. Западные и восточные регионы свяжет еще один поезд – Гродно-Орша-Кричев. Билеты уже в продаже. В стране пройдет патриотическая акция «30 дней до победы». 9 апреля начнется работа диалоговых площадок. Состоятся встречи с узниками концлагерей. Старт движению даст автопробег. Вся информация о датах, местах проведения мероприятий и участниках будет размещена на сайте Мингорисполкома. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, дождь, местами мокрый снег. Максимально столбик термометра поднимется до отметки в плюс 13 градусов.